Я жил в одиночестве, и каждый день был страшным кошмаром. Я жил в одиночестве, и каждый день был страшным кошмаром. Но тут появились вы, любовь в мое сердце попала. Дальше что? Когда мы увиделись, сердца полыхнули пожаром. Когда мы увиделись, сердца полыхнули пожаром. Вчерашние новые, сегодня надеваются старые. Крути свои лампочки, мои перегоревшие фары. Крути свои лампочки, мои перегоревшие фары. У нас очень небольшое отделение, и сейчас прозвучит наша финальная песня. И это песня, без которой я не ушел из этой сцены, точно? Эта песня, я считаю, эта песня
самый главный из тех, которые я написал, потому что она про победителей. И не зря у нас два фестиваля, да, «Щит и лира» и «Милосердие белых ночей». Последний посвящен тем, кто отдал свою жизнь, исполняя служебный долг. Они живы, пока мы помним про них. Мы живы, пока у нас есть силы идти дальше вперед, невзирая на поражение. И спокойно и с мудростью относившись к нашей победе. Я желаю вам быть победителями. Я желаю, чтобы вам всем хватало сил. И спасибо вам большое за то, что вы делаете. Песня называется «Феникс из пепла». Девять жизней отпущено кошке, и всего лишь одна человеку. Я хочу у тебя на ладошке сгореть и воскреснуть, как феникс из пепла. Мне не нужен ни паспорт, ни виза. Я снижаюсь по милости ветра, по пути огибая карнизы. Возрождаюсь, как феникс из пепла. Богу Бога, воля нам уволя, чтобы вера в победу окрепла. Если б знала ты, как это больно, возрождаться, как феникс из пепла. И опять я в закат улетаю, видно, вечность не мой собеседник. Сколько раз уходил навсегда я. Если мы с вами еще встретимся, да? Значит, это опять не последний. Спасибо, и отличный вечер. Пока! Родион Газманов. Спасибо, Родион.